Начать новую запись. Так, и чем так долго грузим? Я уж испугался, вдруг будет вылет. Так, окей. О, у нас появилась новая это. У нас появился новый поиск. Давайте посмотрим. Если хоть один человек из этих будет жив. Так. Последний раз в автобусе на Венес Бич. Имя мама. Потрясающе. Мне по... Я, кстати, не удивлюсь, если это какой-нибудь пес. Вот, серьезно. Conrad and I did some research together. Reuben, it was a little more than that. I was his oracle, his Pythia. So, how have you been? You look different. You tried to kill me. Is that what I did? Conrad? Or did I do something else? Lola. You promised you wouldn't interfere. No, Reuben. We promised that we wouldn't interfere. Uh-huh. You've already galloped across that Rubicon. There is too much. Hey, Sock. Where the fuck? Oh. Wait. Who the fuck? Hey, hey, not now, Jimmy. No, we fucking agreed. The whole group gets a say on newcomers. Don't hey. Worry, Mr. Montana. Do you mean Montana? You probably see me on TV. Fabulous. Mr. Montana. Well, I was just about to leave anyway. But I must just drop in on Tisha before I go. You can't see her. Oh, Reuben. Yeah, well, no one gets to see her. What? She ain't here. What do you mean? Well, she went out looking for food with a little gang of hers. They're overdue. I always told you, Reuben. The tighter the leash... The harder they pull. Get out! I'll see you down the line. Later, Jimmy. Why'd you let her go? Hey, she ain't my kid. Oh, if I was in Jimmy, charge... Listen. Yeah, fucking whatever! Teacher, all right? Doc, something's happening to me. Oh, please! We need... I need her back safe, all right? Now look. It's gonna take time to analyze your blood to get answers, right? Now, Tisha doesn't have time, all right? All right. Okay. But you owe me answers. Thanks. Все скомкано как-то тут. Growing up, Reuben never let her out of his sight. That sound natural to you? She sure as hell out of his sight now. Я смотрю, Джимми какой-то прям весь на нервах. Так, хорошо. А, о, прям здесь. Серьезно, прямо здесь.
А, или подожди. Нет, Beach Venice разве это место? Нет, это Ocean View. Вот, нам сюда надо. Пойдемте в Venice Beach. И поищем хорошего мальчика. Нет! Твою налево. Опять у меня вылетела игра. А это подбешивает. Это уже начинает подбешивать. Довольно убогая хрень получается. Я вот только, ну, в рамках игры несколько часов назад хвалил. Чего появились? Ничего себе. Хвалил эту игру за хороший fast travel. Но если во время fast travel будет происходить такая хрень, вылет из игры и придется тратить там минуту-две на то, чтобы зайти в нее, то нет, это не хороший fast travel. Это плохой fast travel. Угу. Хорошо, Тедди. О, еще кто-то на Venice Beach. Давайте еще разочек. Кто находится в Venice Beach? Не смей вылетать, сучка. Веди себя прилично. Protein and needles, huh? There's only one area of Venice with the best likelihood of finding both. И где именно? Качалочки, типа? Так, ну окей. Ай, да ладно. Тут прям ничего нам не покажут. Ладно, давайте посмотрим. Так, пропал человек Дэвис. Venice Beach. Связанная запись. На автобусе до Venice Beach. А где здесь автобус? А, вот, все, вижу. Вот там красненькое. То есть где-то еще должно быть что-то красненькое, да? Может, вот это.
Ну окей, в любом случае нам сначала. О, сюда можно зайти. Но не мне. Здесь еще можно один взять квест. Starship captain. Sure, and I'll help. On my way. Так, ну давай попозже все-таки. Hey, у вас можно что-то взять? Did you make it to that hotel? The Serlin? Of course. And with style. Awesome. Hey, when you go back there, take some menus. We could start up a delivery service. Yeah. По-моему, я этот диалог уже слышал. Так. Я так понимаю, мне в эту сторону. Ну давай, давай, давай. Давай. Подеремся. Так, это так себе. Ты что, дурачок? Ха-ха-ха-ха-ха! Вот дурики-то, а. Так, напомните, как мне к этим автобусам попасть? А вот так мне к ним попасть. Так, вообще, насколько я помню, здесь не было никаких зомбарей. А это уже было, кстати, я помню. Так. Поищите Дэвиса в автобусах. А как мне в них зайти? Вот я только в один могу зайти. О, да. Понятно. Так, ну что ж, придется идти в другое место. Но подождите. У нас здесь есть еще кто-то. Пропал человек, Грег. А, Пирс. Мне нужно Пирс. А Пабло? Ocean Avenue. Оп, вот он, Пабло. Венес Бич. В какой магазин пошел Пабло за протеиновым порошком? В какой магазин пошел Пабло за шприцами с инсулином? А, то есть это я сейчас должен найти. Окей, хорошо. Подсказок, естественно, никаких для меня не будет, правильно? Хорошо, убедили. Ой, это крикуни, по-моему. Так. Значит, шприцы и порошок. Для этого нужны определенные магазины. Давайте смотреть. Давайте следить.
Я думаю, что если мы сейчас просто пробежимся по набережной, то сможем найти ответы на все вопросы. Так, значит, велосипеды, тако, солнечные очки. Это все нам явно не подходит. Телефоны. Так. Ты что, дурочка? Хорошо. Так. Ну, я думаю, мы сейчас потратимся на здоровяка. Возможно, мы на нее зря, конечно, потратились, но... Что поделаешь, таков чуть. Окей. Раз она что-то сказала... Я так вообще не будто здесь кто-то ходит. Раз она что-то сказала... Да, значит, нам реально сюда надо. Кто это? Кто это? Кто здесь? Кого я слышу? Откуда звук? А, там прям внутри кто-то есть. Как мне туда попасть? А вот так мне сюда попасть. Открывается с другой стороны. Потрясающе. Даже не знаю. Ну, видимо, это нам и надо. Открой дверь, пожалуйста. Давай, давай, давай. Ты сможешь, здоровяк, я в тебя верю. Даже если ты не сможешь, тогда мне надо тебя завалить, пока есть такая возможность. Так, ну все, здоровяк, ты кончился. Это хорошо. Блин, там даже наверх можно попасть. А как? А почему? Так, подождите. Вот тут как-то можно. Может быть, это какой-нибудь платформинг? Давайте посмотрим. Может быть, тут где-то можно забраться на крышу. И через крышу перелезть на другую крышу. И так, проходя по крышам, в итоге добраться до искомого места. Да, вы посмотрите, какая красота. Тут можно так сделать, а потом сделать вот так. А, и в итоге прийти просто на балкон. Надо почитать. Что еще раз? Ну ладно. Так, ну да, к сожалению, мы все равно никуда не можем отсюда попасть. Или можем? Смотрите-ка, тут есть еще один проходик. И этот проходик в никуда. Ну, с другой стороны, мы можем спуститься. А, здесь нужен щит электрический.
Так, ничего не понятно. Куда идти и что делать. Судя по тому, что мы сюда вставим выключатель, он нам откроет что-то в этом здании. Нам явно нужно в другое здание. Это во-первых. Во-вторых, я не понимаю, где вообще находится ближайший выключатель. Ай. По-моему, я сам ударился. Так. А, ну вот здесь можно. Так. Пройти. Ага, вот, все, я понял. Нет. По идее, именно этот щиток, то, что нам нужно. Осталось только найти ближайший выключатель. Годится. Ну, смелее, дамочка. Хорошо. Так, ладно, давайте дальше искать. Аптечка, контейнер. Это нам не подходит. Выключатель, друзья, нам нужен выключатель. Что ты такое? Ты дурачок? Так, шатун, лежи на месте. Падай. Ладно, не понял. Такое ощущение, будто вот за вот этой стенкой зомбари находятся. Ай. Так, там кто-то идет уже слева, да? Но ничего страшного. Давай еще раз. Да что ж такое? Вот откуда ты взялся? Ладно, у меня нет на вас времени. Так, вот я не помню. А... Здесь я побродил, здесь я видел аккумулятор? Нет, никакого аккумулятора я здесь не вижу. Так, давайте еще посмотрим. Но он же наверняка должен быть где-то поблизости. Ну, пожалуйста. Я очень вас прошу. Пока что я вижу только ссаные ящики. И денежков. Так, рычаг с газом. Тут, я помню, мы были. Тут, помню, никакого аккумулятора нет. О, может, в автомобиле, кстати. О-о-о. Да, черт возьми, вот он. Так, теперь нам нужно назад. И вот сюда. А, не, подожди, не сюда. Надо, получается, обойти. Не, подождите. А как мне туда попасть? А как туда попасть? Я не понимаю. Я просто, если правильно помню, как только персонаж прыгает, он роняет аккумулятор. Получается, что я физически не могу туда попасть. Или могу. Или не могу. Или рагу. М-
Ну вот, да, вот мне надо куда-то вот туда его засунуть. Ай. Что такая крикливая? Ядрить. Это было опасно. Ладно, здоровяк. Так уж и быть, ты привлек мое внимание. О! С него розовая пуха выпала, прикольно. О, хорош. Эта штука сама туда перепрыгнула. Значит, мы можем спокойненько... А, вон где был еще аккумулятор. Вот я глупец. Так, ну-ка пойдемте. Так, ну давай смотреть. Ладно, хорошо. Так интересно. Ай. Дэнни, ну перестань. Давай мы с тобой как-то, ну, определимся с этим делом попроще. Так. Нет, не хочу я с тобой драться. Где же нам найти аккумулятор? Ой, не аккумулятор, а выключатель. Нам нужен чертов выключатель. Нам не нужен чертов разрушитель. Тут падаль какая, а? Сначала с тобой разберемся, похилимся, а потом разберемся с здоровяком. То есть ты адский все-таки, да? Какой это иммунитет? Не надо нам иммунитетов. Ну и какой-то полный отстой. Как мне с ним воевать? Как ты мне против тебя разрешишь воевать? Засранец. Так все еще... А, все, умер. Лол. Лошара. Ай-яй-яй-яй. Блин, Дэнни, прости, пожалуйста. Давай похилимся, давай похилимся. Ладно, давай похилимся. Так, окей, я хотел зайти вот в это место. Чтобы что? Чтобы что-то здесь найти. Аэрозольный баллон. Батончик шоколада. Железный шкафчик. И никаких! Никаких выключателей, слышите? Так, ну зато есть аптечка. Да, вон, смотри, засранец. А, тебе насрать на огонь, я понял. Дэнни. Ну что ты такая дурочка? Что ж тебя не учили отходить нормально? Так, ладно. Давайте посмотрим, есть ли тут выключатель.
Тихо. Спокойно. Блин, там еще один зомбарь появился. Вот отстой. Вот, давай-ка я себя завалю. Ты сейчас заодно электричество в этого чела пальнешь. А, нет, там другой пальнет. Кстати, сейчас я, возможно, смогу накопить себе на этот, на ультимативную способность. Пойдемте копить на ультимативную способность. Так, вот и накопили. Засранец довыеживался. Слишком много о себе возомнил, товарищ зомби. Так, мы там не были еще в одном месте. А, мы и в этом месте не были. Ну да, в этом месте, кроме химикатов, мы ничего не нашли. Пожалуйста. Вот он! Я его нашел, наконец-то. Черт возьми, я надеюсь, оно того стоит. О, что это такое? Бенти на трубе с водой. Это типа, чтобы от масла избавиться, да? Так, годится, я надеюсь, я здесь смогу забраться. Ну, пожалуйста. Игра, ну, пожалуйста. Спасибо, игра. Храни тебя, Господь, игра. Так. Да есть же. Это было. Нет, мне страшно, я боюсь драться с этим зомби. Он просто невыразимо ужасен. Так. Ну хорошо. Вроде как мы попали внутрь. Вроде как это то, что нам надо. Ну давайте, кто первый? Получилось. Да... Блин, он сейчас прям при мне взорвется. Да ладно, ничего себе. Давай еще раз. Годится. Устроил шоковому зомби шоковую терапию. Ха-ха-ха-ха. Ага. Такое. Все, мне кажется, ты сейчас взорвешься. Бабах. Годится. Да вы достали, сколько вас тут еще бродит сосранцев. Так, нет, нет, нет. Я сейчас от тебя буду лечиться, тварь такая. Из-за тебя я потерял хп. Ух. Я взял то, что надо было взять. Эйв джуз баре. О, аптечка. Вещь весьма полезная.
Ага, ключ от сейфа в джуз-баре. Так, а где сейф? Вот тут, по-моему, был сейф, да? А, вот, все нашел. Well, you made it this far, Pablo. Where to next? Тату в салоне розы. Если в зеленке до комарина окажется многовато зомби. На меня рассчитывают многие старики, понимаешь? Дружелюбный сосед Павла. Так. А, то есть нам либо в тату салон розы, либо в зеленке до комарина. Ну, допустим. Ты откуда такая? Так, это крикунья? Так. Госпожа Крикуни, ну это уже наглость. Это уже наглость. Это уже наглость, моя хорошая. Я считаю, что нет, так нельзя. Так нельзя поступать. Вот что это такое? Просто из ниоткуда высралась толпа зомби. Ты будешь меня бить или ты только орать умеешь? Я не понимаю. Давай похилимся. Наконец-то. То есть их просто стал... Что это такое? У меня одни эмоции. Слова заканчиваются. Так, стой, подожди, да я этого... Ладно, так сделаем. Дай тебе гранатами закидаю, зараза ты такая. Очень плохо. Очень хорошо. Так. Давайте крикунью полутаем. Блин, выпал с нее. Копейки просто. Какой-то один несчастный кусочек крикуньи. Так, ну хорошо. В какой магазин Пабло пошел за шприцами? Шприцы, ну это явно должна быть какая-то аптека, я так понимаю. Это было. Так, ну вообще челик, который... Ну, не, опять же, тут говорят, в магазине, так что это явно не скорая помощь. Это явно прям какое-то место должно быть конкретное. Кстати, за спецами еще можно было бы в эту, как ее, на базу военную отправиться. Есть такая вероятность. Кочек, кочек, смотрите, кочек. Еще кочек. Очень много кочеков, кстати. Так, ну, явно не здесь. Тоже хорошо, пойдемте в другой. Так. Ocean Tattoo. Там Ocean Tattoo или... Или же нет. Тату в салоне розы.
Ладно, пойдем в тату-салон Розы. Сейчас только остановлю записи заново.